Привет, друзья! На Обуховском заводе, входящем в концерн «Алмаз-Антей», приступили к производству квадрокоптера «Добрыня» для гражданского применения. Дрон компактный, может летать в дождь, сильный ветер и в мороз до 30 градусов. Дальность управления коптером до 5 км, высота полета 3 км, скорость более 120 км в час. Дрон может работать при отсутствии интернета. Предусмотрена возможность полета по определенному маршруту, без постоянной связи с наземной станцией управления, что увеличивает дальность полета дрона до 20 км. Дрон собран частично из иностранных комплектующих. Пользователи сети раскритиковали новинку, так как есть похожий дрон китайского производства ценой почти в два раза дешевле. Предполагаемая цена дрона «Добрыня» – $2100. Но многие не учли, что комплектация дрона «Добрыня» гораздо выше китайского аналога. В нее входит два сменных аккумулятора, планшет с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект запасных лопастей. Помимо этого, для полетов в дождь китайский дрон придется разбирать и обрабатывать лаком. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.